Харьков, 13 февраля 2022 год. У нас 6:57 по Киеву, в Харькове. Встает солнце, но, в общем-то, затея съемки в том, чтобы показать Венеру. Опачки. Я ее визуально наблюдаю, то есть это не оптика позволяет нам ее увидеть. Я действительно вижу своими глазами Венеру при уже вставшем над горизонтом солнца. ISO 125, выдержка 1400. Ветерочек нам чуть-чуть мешает. Куда ж ты сбегаешь-то? Так, все, оставил фотоаппарат. Оставил штатив, даю Венере самой пройти через кадр. 62 миллиона километров до нее сейчас от Земли. В предыдущих дублях еще был виден Марс. Меркурий снять не получилось. Довольно ощутимая дымка на горизонте. Вам солнце. Милосердно для оптики через облачка и ветки дерева. Ну, я думаю, что никто это светило за что-то иное не примет. Вижу Венеру, ну это потрясающе просто. Так, сколько там было? 400. Да, а оптика вот уже и... А, вот. Thank you.
1 на 1250 выдержка. ИСО 125. Ну хорошо. С каждым днем Венера будет от нас все дальше. Но зато серпик будет становиться все полнее. 13 февраля 2022 год. Харьков. 7:03 по Киеву, Харькову.